Дорогие харьковчане, сегодня в средствах массовой информации прошло о том, что Харьковская область готовится к эвакуации. Хочу разъяснить, это касается Лазовского и Барвенковского районов Харьковской области, где наши военные ожидают обострения военной ситуации. Я говорил это вчера, повторю и сегодня. Харьков хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видит ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я, как харьковский городской голова. Да, нас с вами продолжают обстреливать артиллерией с земли и бомбят с воздуха. Враг ведет войну с нашим народом. Поэтому решать, уезжать или нет, это священное право каждого человека. Я и вся наша команда на местах. Мы работаем в полном объеме. Наши коммунальные службы продолжают героически бороться и обеспечивать жизнедеятельность города Харькова. Верим в нашу армию и территориальную оборону. Мы выстоим, мы победим, мы сохраним город Харьков. Мы вместе, мы харьковчане.